Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы подробно расскажем вам про уход за пти-брабансоном. Пти-брабансон – декоративная порода, относящаяся к группе малых бельгийских собак. Этих животных отличает любознательность, ласковый характер и невероятная преданность своему хозяину. Однако, чтобы стать идеальным питомцем, пти-брабансону нужен правильный уход. Какие есть нюансы содержания этих собак? Давайте разбираться. Итак, представляем вам 4 главные особенности ухода за пти-брабансоном. Пти-брабансоны очень привязываются к своим хозяевам. Продолжительная разлука с семьей может тяжело ранить этих собак. Отправляясь в поездку, берите питомца с собой или оставляйте с хорошо знакомыми ему людьми. В противном случае собака может впасть в серьезную депрессию. Уши, глаза и зубы пти-брабансона нуждаются в особом внимании со стороны хозяина. Их необходимо еженедельно осматривать на предмет загрязнений и чистить. Также важно не забывать регулярно водить собаку на осмотры к ветеринарному врачу. Пти-брабансоны склонны к ушным, зубным и глазным заболеваниям. Чтобы не потерять наш канал, жмите на кнопку «Подписаться». Не забывайте нажать на палец вверх, если видео вам понравилось. Это помогает нам делать видео, которые интересны именно вам. Наслаждайтесь просмотром! Уход за шерстью пти-брабансона несложен, однако имеет свои нюансы. Ежедневно расчесывайте питомца специальной щеткой. Купать пти-брабансона стоит по мере загрязнения. После купания его обязательно нужно сушить феном, чтобы он не замерз и не простудился. Также важно регулярно водить представителя породы на груминг. Пти-брабансона должно быть сбалансированным и строго нормированным. Эти собаки склонны к набору лишнего веса. Рекомендуется кормить питомца 2 раза в день, утром и вечером. Из натуральных продуктов представителям породы больше всего придутся по вкусу крупы, нежирная телятина и индейка. Пти-брабансоны – добрые, очень общительные собаки. Заботьтесь о них, учитывая все перечисленные особенности ухода. Тогда эти животные станут для вас настоящими друзьями. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!